Всем привет, это СБ1813 или ProSim. Продолжаем реакции, естественно, визуалки, естественно, японцы, все вот это вот. Потому что я уже предупреждал, что у меня там достаточно много японцев лежит в отложке. И вот потихоньку достаю, смотрю. Группа, никогда не слышал о такой группе, называется она Zeile, наверное, и их трек Dead Side. Честно говоря, я даже не помню, зачем я их добавил себе в отложку. То ли там тоже какая-то картинка на превьюшке была прикольная, то ли мне название понравилось. Ну, не знаю. Короче, я даже не знаю. Мы сейчас будем слушать металл, там не металл. Вот, возможно, это будет какая-то кринжатура, возможно, будет какое-то суперкрутое открытие, как с Hollow Shade, например, было. Я послушал Hollow Shade, потом и офигеть, они какие крутые оказались в целом. То есть, и вот этот трек, который мы тогда смотрели на реакции, даже не самый крутой у них. То есть, ну, типа, они очень крутые оказались. Хотя я их взял просто тупо потому, что, ну, то ли вы мне их посоветовали, но как бы точно я такой группе не слышал. Тут то же самое, я такой группе не слышал, но как бы вот YouTube мне в реках подкинул, там месяц назад у них вышел, то есть относительно прям что-то новое. Так что давайте заценим, может быть, что-то годное, а может быть и нет. Так что го. Уф. Что-то опять какая-то тематика будет, судя по всему. Это обскурно подобное. О, осуждаем. Окей. О, звук из нулевых пошел. О, ну вот это, кстати, что-то... Это, как бы сказать, я хотел сказать нулеподобное, ну... Короче, что-то из как будто бы третьей волны. Ну, по звуку прям... Тут звук теперь такой... Немножко всратенький, но, типа, я такое люблю, на самом деле. Такой, знаете ли, ансроу какой-нибудь. Вот что-то рядом. Не, слушай, нормально прям. Прям вообще, ну, я думал, сейчас будет опять что-то такое модненькое, металкоровое. А тут прям вот реально. Как будто бы из нулевых, чуваки. Ой, бас-то бас какой, ух. Ой, я прям очень хорошо бас слышу, прям очень вкусно. Они еще и выглядят, на самом деле, как чуваки тоже из нулевых, там, десятых годов. Ну-ка, соляк. Странный пока. Ну, вот этого синего гитариста соляка... Да, ну, это даже целиком не назвать, наверное. Вот у него нормальный был, ну, приемлемый. Это, короче, окей, детей бросал третью волну, наверное, получается. Ну, как удобно, я теперь могу говорить не из нулевых, там, и 90-х, а первая, вторая, третья волна, вот это все. Нормально он по туалету шедал, по-моему. Любой бас вкусный, прям. Причем он не лязгающий тут, но вкусный, прям. Прям он очень хорошо в микс читается. Хотя сам микс, конечно, ну, не самый лучший. С другой стороны, опять же, если они прямо хотели закосить вот именно под ту волну, опять же, да, под то время, то у них вполне получилось. Ну, басист прям нормально наваливает. Thank you.
Так, ну вот мы смотрели клип, послушали трек Dead Side, который он весь трек орал как Dead Soy какой-то. И я такой, что за Dead Soy? Не, ну Soy Dead, естественно, да, но как бы оказывается, это немножко не то, что я слышал. Короче, от группы Zeile, если я правильно их читаю. В целом мне очень понравилось, потому что, говорю, третья волна, вот это я очень это люблю, вот это вот такой, когда они только начали отходить от мазафаки и переходить на металкор, это вот как раз в районе 10-х годов началось. И звук, короче, блин, ну вот группы Unthrow, опять же, Negu берем, вот это все туда, вот такое все я очень люблю. Я понимаю, что... Ну, скорее всего, для неподготовленного слушателя вот это прям таким еще нормальным таким отборным калом покажется, потому что тут звук, ну, честно, объективно звук тут херовый. Объективно. Вот. По интересности тоже очень своеобразный. Это такой полуметалкор старого образца, получит непонятное, да. Вокалист норм как бы, ну, бас еще тоже не лязгающий, пердящий, но тут вкусный пердящий. Блин, вкусно пердящий, наверное, звучит очень... Дебильно, сорян. Но вы, я надеюсь, поняли, о чем я. То есть он не лязгующий, но вот он именно прям реально прикольно сделан. И миксе хорошо. Вот. Но. Всем вот, кто любит, опять же, вот именно вот те метальные группы, опять же, вот именно такие более металкоровые, такие более вот именно жесткие, да, группы оттуда, я думаю, тем вот такое прям очень зайдет. Прям потому что это прям вот из серии, опять же, всяких Unthrow'ов. Как, блин, назывался-то? Нега, откуда, господи? Undercoat, вот, все. Я на той тогда реакции забыл, ты всю реакцию вспоминал, не вспомнил, не вот сейчас. Короче, Undercoat'а подобные группы, мне кажется, вот в такие. Вот, очень забавно, что, ну, типа, если реально месяц назад вышел, может, какой-то перезалив какой-то старой песни. Если да, как бы, то тогда вообще все на свои места встанет. Но если прям новое, значит, чуваки реально угорают по третьей волне, по вот, вот такому андеркоду. Да. Не, мне понравилось. Мне понравилось, но вот это, я понимаю, что вот это уже на любителя, вот, чуваки. Вот это уже на любителя. То есть таким вот любителям современного Викея такое вряд ли понравится. И любителям, опять же, там первых двух волн это точно не понравится. Так что это прям надо любить, вот поэтому это мне зашло. Ну, клип, вот клип тут такой типичный, максимально типичный визуал Кейна, опять же, вот а-ля Undercoat. Какая-то вся вот эта мрачная тематика, кто-то там повесился, все они такие там полу в крови, что-то непонятное. Вот, на какой-то полузаброшке стройки играет. Это вот типичные клипы Неги, опять же, Unthrow, опять же, там кто еще был. Ну, короче, вот этих всех групп, они все вот примерно вот такие клипы у них были, там такие мрачные типа, вот, но тем не менее, опять же, не так идейно, конечно, как Obscur, потому что Obscur это все-таки слишком круто у Дерова было, но такой типа мрачный клип под такой типа мрачный металкорчик, Visual Kane. Короче, нормас, мне понравилось, как вы относитесь к этому, можете написать, тоже знаете группу, не знаете. Но неплохо. Спасибо всем, кто посмотрит реакцию. Ссылочки в описании, нравится, сами все знаете. Ну и, наверное, все, что я хотел сказать. Блин, прикольно на самом деле. Вот эта группа, получается, я случайно решил взять на реакцию. По сути, сам себе открыл ее. Потому что если бы вот так вот она мне в рекомендациях не вылезла, я бы, ну, не знаю, может, не открыл бы никогда. Ну, или бы, может, вы мне когда-нибудь бы их посоветовали. Вот, но прикольно, что я сам ее нашел, и она еще оказалась достаточно годненькой. Так что прям балдеж. Все, вот теперь я точно пошел. Пока.